Привет тем, кто говорит по-русски. Сегодня хочу ответить на этот вопрос. У вас интересные сравнения. Я сравнил слово love, германский liebe, и у нас говорят ilbril, так говорят. Но пишем ilbril означает любовь к родителям или семейная любовь. Это не такая сексуальная любовь, просто без отца, без матери жить трудно. Такая любовь. Хотелось бы их ilbril, что означает обнять, такая ловительная любовь. Хочу ловить их, обнять их, что-нибудь такое. У вас интересное сравнение. В универе мы изучали историю английского языка, и многие современные слова сильно изменились в написании по сравнению с древними. Логически, не надо думать логически, надо думать магически. Твист мог возникнуть при прочитании текстов наоборот, но для этого нужна письменность. У монголов была письменность, думаю, во время руранцев. Но пришли тюрки, и была такая тишина много лет. Потом в 13 веке мы пришли обратно, что-нибудь такое. И это спрашивает Светлана Бато-Болотова. Светлана... Бато означает крепкая, болотова означает железная. Крепко-железная, спрашивает. 12 часов назад. Я ей говорю, есть ли у вас какое-нибудь английское слово, которое сейчас вас интересует? Она говорит, North и South. Вот это сейчас я хочу сделать сейчас. Если есть английское слово south, мы будем говорить, что этот S такой какой-то английское или русское есть, вы добавляете всегда этот S. И этот O, длинный O, T по-монгольски будет odd. Вот это. Od. Этот O можно читать на U. Это есть слово od. Мы это слово будем искать в монгольском словаре. И на монгольском будет od. 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 Первое значение это вверх. Второе значение «орд» – «умн». Что за слово «орд» и «умн»? Мы будем пойти в «болор толь», на, поставим на монгольский и русский. И что за «умн»? Южный. Можно сказать, это «южный». На юге, передний. Да, что-нибудь такое. Слово урта. Лицевой. Умн тоже лицевой. Юг, южный. Да? Еще внутренний. Нет. Такого слова не должно быть. Мы говорим южные монголы, орто-монгол. Китайцы говорят, это есть внутренний. Это надо это убрать. Орт означает южный. А что за слово норт? Упс. Норт. Могу сказать, что этот Т означает, не знаю,
Сперва думаем, что этот есть слово нор. Может быть, это длинный нор. И мы будем читать это как нур. Что за слово нур? Нур. Начало месяца. Полоса, свет, лицевая сторона. Да, это есть лицевая сторона. Или это впереди что-нибудь такое. Например, вот эта книга. Где нур? Где задница? Вот эта задница, это есть нур. Это есть лицо. А где это лицо тут? Вот этот есть нур, лицо. Это не лицо, это лицо. Значит, у этого чашки есть два лица. А где уд? Где уд? Или уд? Вверх. Вот это есть верх. А это есть нижняя часть. Все должно быть вверх. Уд. А где уд? Вот это есть уд. Вот это есть вниз. Что хочу сказать, что по-монгольски south и north, как сказать, транслируется, должно транслироваться как уд или нур. Но немножко можно думать немножко по-магически. Монголы живут в каком-то таком круглом юрте. Вот там есть дверь. Дверь по-монгольски вот это уд. Уд. Дверь уд. Давайте ставим это тоже на английском. Вот тут вот. Наш дверь всегда на юг. На юг, потому что мы хотим солнечного света. В середине юрты всегда огонь. Там огонь. Солнце вот тут, солнце вот начинается, но мы любим поставить солнце вот тут, вот должно быть солнце там, и там должно быть курица или солнечный петух. Ой, как тяжело так. Вот солнечный петух. Потом тут есть луна. А в луне сидит какой-то зайчик, лунный зайчик. И вот есть Easter Bunny или восточный заяц. А вы говорите, какой-то Иисус родился там. Но это есть просто восточный заяц. А что там? Что там на севере? Севере алтарь. В алтаре сидит домашний бог, какой угодно там бог, сидит такой идол. Идол по-монгольски будет это люди. Там сидит какой-то люди. Статуя какого-то бога. Если есть слово норто, можно сделать это как т, ро, трон. Там, как сказать, на севере, на троне сидит идол. Вот. Вот можно так и думать.
Спасибо за ваше внимание.